Вот справа Солнечные острова. Это Авентура. Слева Sunny Islands. Я подхожу к базе железнодорожников Локомотив. Вот. База была основана в 1969 году. Вот. Совершенствовалась. И вот теперь вот такой вот у нас причал, где гребцы сборной Локомотива Укрдороги выходят на воду тренироваться, совершенствовать мастерство и готовиться к Токийской Олимпиаде следующего года. Здесь сигнал стоит. Объявление, что больше 30 миль в час нельзя ехать. Придется сбавлять скорость. Конечно, жалко. Чтобы я пошел бы. Даже все 35 обычно скорость. Вот наш база. Мы к ней поворачиваемся. Разворачиваемся. И подходим к финишу ленте. Черты. Мячик встречает почему-то теннис. Откуда-то он взялся здесь. Ну вот, и пришли.